Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Альберто Панкорба. Альберто Панкорба – современный испанский художник-сюрреалист. Родился в Испании, в небольшом городке Сория. 18 апреля 1956 года желание и способность к рисованию у Альберто появились еще в раннем возрасте. Данные я беру с его сайта albertopancorba.com и из Википедии. В 1980 году для совершенствования своих художественных навыков он переезжает жить в столицу Каталонии Барселону, где решает полностью посвятить себя творчеству. В 1980 году у него начался период выставок в разных городах Испании и за рубежом. На многих из этих выставок он получал награды, также он принимал участие в различных художественных конкурсах. В 1986 году Альберто переезжает в свою новую резиденцию в Боготе, Колумбия, где проходит большинство его выставок. Он также выставляет свои работы в США, Мексике и других странах Южной Америки. Успешно участвует в многочисленных выставках и аукционах, в том числе всемирно известных Сотбис. Его работы находятся в частных и государственных коллекциях по всей Америке и Европе. В 1998 Панкорба переехал в Майами, где живет сейчас. Город, в котором, начиная с 1990 года, он чаще всего показывает свои сюрреалистические картины. Основной техникой мастерства считается традиционное художественное образование, метод обучения, который в дальнейшем создал все условия для самодисциплины и полного понимания живописи. С его знаниями и выдающимися способностями рисовать, Панкорба не составило труда создать свой собственный оригинальный и узнаваемый стиль, сочетающий академические традиции реализма и сюрреализма. Художник пытается путем преображения воображаемой реальности и приемов сюрреализма достучаться до своих современников и напомнить об истинных чувствах. Умелое сочетание фантастики и реалий жизни, а также техническое мастерство позволяет автору создавать весьма правдоподобные и вместе с этим невероятные видения. Погружаясь в лабиринты фантазии Альберто Панкорба, зритель почти сразу начинает ощущать невидимую связь между прошлым и настоящим. Наполненные символизмом и аллегориями сюжеты придают полотнам загадочность и таинственность. И своими работами художник как бы пытается предложить зрителю разгадать. Ну вот так вкратце о современном испанском художнике-сюрреалисте Альберто Панкорба. Данные с его сайта и из интернета. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.